Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать про одно интересное блюдо, которое было создано в 1920-х годах на песочинской фабрике Брянской губернии. Губерния! Представляете, губернии существовали еще с 1708 года при Петре I и были распущены только в 1929 году постановлением в ЦИК. Если бы не постановление, мы с вами бы жили в Оренбургской, Тульской, Брянской губернии. И вот на этом блюде одно из последних клейм о принадлежности этой фабрики к старой Российской империи. Блюдо досталось нам в достаточно хорошем состоянии. Вообще фаянсовые блюда очень плохо сохраняются, потому что фаянс очень хрупкий материал. На нем есть цек, это отслоение глазури. Также трещины, крикелюр и так называемые лисьи пятна. Но нашему блюду повезло, оно более-менее в таком хорошем состоянии. Еще долго может использоваться по назначению. Если вам понравилась эта история, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. А также, если у вас есть вопросы по старинным предметам, пожалуйста, пишите мне, я всегда рада вам ответить.